Неделя немецкого языка – это в первую очередь шанс для белорусской молодежи и всех тех, кому интересна эта культура, пообщаться лично с представителями Германии, профессорами, педагогами, писателями, послушать живую речь, оценить свои возможности в общении и понимании иностранного языка. Именно поэтому так популярны уже не один год встречи с талантливыми авторами. Гость областной библиотеки имени Горького в этот раз – Марлене Родер, которая в Брест привезла свою книгу о любви, приключениях, дружбе. Сегодня для брестской публики я подготовила свою книгу «Кэш. История отношений молодой пары, в которой есть и фантастика, и любовь». С нетерпением ожидаю обсуждения, зная, что брещане любят зарубежную литературу. Познакомиться с книгой, по мнению Марлены Родер, можно только через мысли автора, отраженные в ней. В рамках встречи немецкая писательница не раз зачитывала отрывки из глав, общалась с залом, и публика поддерживала ее. Такой межкультурный диалог позволяет лучше развивать взаимодействие народов друг с другом. Организаторы, в свою очередь, ориентируясь на отзывы, планируют программу будущих мероприятий. Это интересно и продолжать. И интересно в том, что для немецких говорящих ученики, которые изучают язык, есть возможность послушать носителей, языконосителей, есть возможность попробовать свои знания, укрепить знания, и поэтому мы это организуем, и это всегда на каждый год интересно. План мероприятий «Неделя немецкого языка и культуры» расписан практически на месяц. Все это время в различных учреждениях города проходили и проходят выставки, конкурсы, встречи по вопросам получения образования на территории Германии. Организаторы уже продумывают, что подготовят на будущий год. Планы не менее амбициозные.